Привет, друзья! В этом видео покажу, как поменять заставку при входе в приложение Сбербанк. Знаете, вот это вот, когда пишется «Привет», там «Владимир, привет», то есть приветствует вас и заставка. Вот как нам поменять эту заставку? Слева вверху нажимаем на вашу аватарку. Здесь эта карта не моя, если что, жены, поэтому здесь такая аватарка. Переходим в настройки, листаем ниже. Здесь есть заставка, заставки на входе. По умолчанию. Вот такая заставка. Можно выбрать природу, можно выбрать какие-то другие картинки кастомные. Ну, то есть, что угодно можно выбрать. Просто выбираем, например, мишки. Нажимаем «Загрузить». Все, картинка выбрана. Теперь это будет... Вдохновляйтесь шедеврами Третьяковки. Теперь при входе у нас будет вот такая заставка. Спасибо за просмотр, надеюсь, вам помог. Если это так, поставьте видео лайк, подпишитесь на канал. Всего вам хорошего. Пока.